Всем привет, с вами Беттер, и мы начинаем. Итак, после Нового года я запускаю конкурс на 2 призовых места на кредиты Warface. Друзья, если вам это интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и будете в курсе всех событий. И теперь мы продолжаем. Начнем мы разговаривать насчет зимней охоты, новая операция Warface, как вы поняли. Персональные цели. Смотрим. Вам в начале операции дается пропуск на какой-либо класс. Я выбрал снайпера. Блять, один пропуск! Вы спросите, а как же нам найти второй пропуск, блять? А я вам скажу. Вот здесь. Смотрите, чтобы выбрать вам второе классовое задание, вам надо апнуть 5 уровень. Хорошо. Чтобы получить третий, вам надо апнуть уровень 10. Окей, что получить? Наконец-то, долгожданный 4-й, блять. Вам надо апнуть уровень 15. Смотрите, повысить уровень за 100 вот таких черепов, боевые очки. Как их можно получить? За сражение в быстрой игре. Блять, я уже 2 дня ебусь этой быстрой игрой, и у меня только 7 очков. Получить в мини-играх. Окей, где эти мини-игры? Варбум, обещали, его нет. Приобрести за кредиты. Ну, бля, Warface, ну это, конечно, за кредиты это мы, как всегда, блядь, можем. Конечно. Задонатил, получил пропуск. Все легко. Хорошо. Сколько стоят эти боевые очки? 100 очков, вот, чтобы повысить уровень, нам надо 100 очков. Купить за 200, блядь, кредитов. Сука. Нам надо 15, это 1500 кредитов. Ой, кредитов, этих очков. 500 стоит 1000 кредитов. И 2500 вот таких очков за 5, блядь, гребаных 1000 кредитов. Это 2500 рублей. Если хотите в дальнейшем получать пропуск на остальные классы, вам надо донатить в игру. Или просто тупо в ней жить. И после всех выполненных... Окей, вы там жили, вы приобрели эти, блядь, гребаные очки. Получили все классовые задания, выполнили. У вас открывается, наверное, открывается, для получения доступа необходим жетон доступа, который можно получить на при 15 уровне. Вот. Вам, я думаю, понадобится жетон, который будет, я не знаю, где-то, блядь, в ебенях, он там, в попе, да. Где-то на уровне 100. Это мы где-то. А, боевой жилет снайпера на 7 дней. Какие вы щедрые, хорошо. В первый же день, когда ее выпустили на свет, она дико у всех лагала. Ты купил все, задание открыл, блядь, какой-то штурмовика, медика, снайпера, инженера, неважно. Ты выполнил одно первое задание, и оно, блядь, у тебя не обновлялось. Я ждал, я сидел, ждал, я выполнял раз 10 его, но оно тупо не обновлялось. Оно не выполнялось. Так вот. Разработчики потом сгрешили, говорят, мол, сервера у них полетели. Ну вы же тестили эту всю хуйню. Зачем грешить на сервер? Сервер такой, он не справился, все дела. Но мы это обязательно исправим. Хорошо, проходит день, я выполнил второе задание. Он мне засчитал. Им плюс. Я выполняю третье, и уже 23 часа я жду, пока оно засчитается. Это какой-то пиздец. В общем, друзья, такой похуистики я не ожидал вообще. Это наплевательское отношение к своим игрокам. Короче, если ты хочешь открывать дальше классы, тебе нужно либо донатить, либо ебошить день и ночь в эту игру. Потому что больше ты очков никак не заработаешь. Либо ебошить, либо донатить. Выбор за тобой, мой друг. А вам, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, не забывайте про конкурс. Всех с наступающим Новым годом. Пока!